Всем привет, дамы и господа, с вами не Ломок, мы играем в игру под названием «Губка Боб, квадратные штаны», прямо каким-то стихом получилось. И это битва за бикини-ботом. Нажимаем пробел и продолжить. Мы тут уже 16 лопаток заработали, закончили мы на уровне под названием «Лагуна Гу». Поддерживаем лайком, если вам, конечно, нравится, как я записываю эту игру. Поддерживаем меня, поддерживаем игру, чтобы я продолжал ее записывать и... В итоге, чтобы я постарался пройти ее до конца, чтобы мы ее как бы прошли максимально полностью. Так, дракончика я здесь прошел в прошлый раз. Тут какое-то задание мне давали, помнится. Только я уже все позабывал. Ты мне давал... О, робот. Подожди, робота. Иди сюда. На, так. Ты мне задание давал или не ты? Не давал. А, мне тут что-то говорили, надо собрать, что-то разбить, что-то... Ладно, пока что вот это разобью. Вот это. А, там сверху. Все, я вспомнил. А ты мне что-то говорил, надо собрать. Наверху, на верхушке песчаного замка золотая лопатка. Завершая лопатка вот там, на верхушке замка. Будем сейчас разбираться, как туда наверх проникнуть. Чекпоинт. Можно сменить персонажа. А на кого? Кого нам тут предложат? Звездочку. Не хочу я звездочка. Я хочу все-таки играть с Спанч Бобом. Полезем сейчас. Я тут должен был закарабкаться наверх, наверное. Залезть с помощью этих вот... Вот там можно было носок заработать, ребят. А я уже протупил. Уже без носка буду. Видимо, только сверху смогу допрыгнуть, наверное. Ладно, попробуем. Так, ты давай взрывайся. Бабах, бабах. Бумс, бумс. Есть такое дело. Взорвал. Так, теперь идем дальше. Идем, пошли. Так, тут какие-то у нас... Так, это я могу открыть. Что там, дракон пылает? Что он купается, принимает, короче... Вода поднимается, нужно забраться выше. Вау-вау-вау-вау-вау, губка Боб боится воды, я забыл. Тип, чего? Чё ты говоришь? На пузо, вау-вау-вау-вау-вау. Успел, вау. Вода поднимается, а куда дальше? К роботу, я успел. Ой, проваливается что-то всё тут. Ау! Сбивай его, в воду его. Так, одни трусы у меня забрал. Вода-то поднимается, походу, дальше. О, льдинка, льдинка. Мы должны были льдинку, мы должны были льдинку забрать. Я не могу поднимать льдинку этим персонажем. О, вода ушла, кажется, вода ушла. О, трусики, трусики, трусики. Трусики, трусики, трусики. Так, это что, опускается? Ё-моё, я что-то, кажется, натупил. А может, нет? Ну, вроде я прошел этот челлендж такой. Ой, это мечи бросает. Эти что, шариками меня запускают. О, шалуняки какие. Вначале робота уничтожим. Контрольная точка. Хорошо. Так, лопатка вон там наверху. Здесь паркурить нужно или как? Ну, пока что вижу, тут надо как-то наверх забраться. Лопатка. Здесь можно подкарабкаться? Ой, нет, тут не разрешают нам подкарабкаться. Что делать? Значит, идем сюда, к шарику. Так, шарик вниз, туда в сторону. А там кнопка какая-то внизу, гляньте-ка, я не понял, что за кнопка. Я ее прозевал. Блин, я что-то пропустил. Ладно, шарики. Вау! За что? Да, за... Как он меня так попал? Он туда не стрелял вообще. Ух ты, шарик. Пушка. Самонаводящиеся шарики имеют, походу. Так, у меня чекпоинт. Так, вначале роботом. Разберусь с роботом вначале. Надо тут, короче, долго не тупить, надо быстрее бежать. Бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Иди сюда, раз. Пушку надо уничтожить побыстрее. Ты чё, пушка, офигела? Так, минус пушка. Робот, вон здесь. Ух ты, там ракушек 200. А вот носок, ну к носку я не долечу 100%. Мне прыжка не хватит. Ладно, о, еще один носок. Так, а сверху еще один носок. Три носка я уже вижу. И там вон можно активировать ракушку. Мост построить какой-то, обычно... Устроиться ракушками. Так, вначале здесь разберемся. Вот с этим чудиком. Здесь что? Раз, два. Просто два этих труселя. Пушка еще одна. И лопатка вон на верхушке замка. Плюс носок один, носок два. Ой, ребята, что тут много у нас задач появилось. Еще и шар вон стреляет без конца и края. Сколько это может продолжаться? Ну, а тебе! Так, шар, 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 шар. Бежим, 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 бежим. Все, кажется, это пушка наша. Так, забрал пушку. Так, этих ребят мы трогать пока не будем. Трусы нам не нужны. У нас, в принципе, комплект есть. Хороший комплект из 4 трусов. Так, это можно там прыгать или что на этом делать? Ага, можно. Так, пока что, пока что, пока что, пока что. Идем сюда. Так, робот один. Вот. Раз. Вот лопатка найдена нами. 17-я лопатка. У меня 17 лопаток.
Ржет губка Боб квадратные штанцы. Так, наверху был носок. Это можно все... Это конец левела. Так, это можно все разорвать. Так, это еще будет падать, наверное, да? Так, а дальше что? Так, сюда. И батут. Так, я жду только что... О! Так, это надо все взорвать, но там сверху носочек. Вау! Все взорвал. Ух ты! Получен достижение, сок, там хоть там что-то там. Короче, какой-то носковый искатель. Так, мне нужно обязательно эти два носка как-то забрать, правильно? Я могу уровень уже завершить, пойти туда, но я хочу носочки пособирать. Давайте подумаем. Во-первых, я мог еще там открыть одну штукенцию. Так, рыба, подсказывай мне, что делать. Где там был носок? Надо соориентироваться. Сориентироваться, где был носочек. Чтобы я сейчас глупости не наделал, куда-то не туда, куда нужно прыгнул. Сейчас мы это все высмотрим с вами грамотно, потом уже... Так, значит, смотрим. Носочек, где я тебя видел? Вон там этот балкон. Этот вот, вот там, туда нужно как-то на балкон, в ту норку попасть. С этого наверх, на этого, с этого туда перелететь. Понял. За вторым этим одеялом растянутым. Или как это назвать правильно? Одеяло? Что это такое? Крыша, короче. Крыша эта полосатая. За второй крышей полосатой. Так. Есть. Ой, ну это слишком высоко мне подбрасывает. О, смотри, что я сделал. Как мне теперь вниз прыгнуть? А куда попасть? Вау! Я туда... Мне кажется, туда невозможно попасть. Губка Боб, ты что творишь? Оу! Я туда реально хочу попасть, ребят? Я что-то сомневаться начал. Есть! Получилось! 16 носков. Получилось у меня. Хорошо. Подождите-ка, я могу вниз спуститься. Дракончик, зачем ты тут поливаешь огнем? Что здесь? Я тут не был. Тык-тык-тык-тык-тык. Пуш-пуш-пуш-пуш. Я хочу тот носок забрать. О, появились... Молодец, губка Боб. Так, меня похвалили. Этот презерватив меня похвалил. О, еще поговорим. Молодец. Я получил эту лопатку. Вот здесь наверх попасть к лопатке. Ой, к носку можно, только надо очень хорошо постараться. Так, вначале роботом расправимся. Так, теперь смотрим. Надо наверх закарабкаться. Залезть как-то. На тебя можно прыгнуть? Нет. А он как-то не поддается. Ты можешь мне как-то воздух поднять повыше? Чувак, давай, выручай меня, братуха. О, можно с его башки. Сейчас он подойдет туда. Походу, с его башки можно подпрыгнуть. Подожди. По-моему... Не, а, нельзя. Тогда как, с джойстика, что ли? Как туда наверх залезть? А-а. И они не опускаются. И что ж делать тогда? Ну, попробую, там как-то они опускались, когда я разбивал одну. Одну вот фигурку разбил. Опустилась, надо быстро бежать. Воу-воу-воу, разозлил. Давай. Есть, все получилось. Супер ультра комбо и плюс носочек. 17 носков заработал. То, чего я и добивался, в принципе. Плюс там где-то была еще вон ракушка, которую хотелось бы тоже активировать. А как ее активировать? Мост можно было сделать. Попробуем сделать это. Чекпоинт, сменить персонажа. Я попробую рискнуть. Вернуться туда, на ту часть. И активировать ту ракушку. Что произойдет? Какой мост построится для меня? Камень не знаю. Так, на пузо. На пузика. Оп, сюда. Робот, иди сюда. На тебе робот. Так. Плюс, что мы еще должны были сделать? С лазерами я так до конца и не разобрался. Как туда на тут остров попасть к лазерам? Я так и не понял. Если какой-то будет телепорт. Я что-то не вкурил этот момент. Так, как туда попасть теперь? К мосту этому. Не получается. Вот там какой-то есть какая-то ракушка. Как-то здесь еще можно, короче, с этими лазерами. Я, получается, это дело не выполнил с лазерами. А как это дело провернуть? Контрольная точка, хорошо. Меня сейчас обратно вернут. Да. Ультракомбо, это все очень круто, очень весело, очень здорово. Но все-таки я не понимаю пока что. Ничего не понимаю. Надо подумать. Как туда наверх можно закарабкаться через зонт? Нет, он-то не подпрыгивает. Каким-то другим персонажем, который выше может подпрыгивать. А кто у нас выше может подпрыгивать?
Ну, давай, допустим, сменяем персонажа на тебя, дружище. Ну, и как ты выше подпрыгнешь? Ты же не умеешь выше прыгать. Нет, не умеет. А как туда забраться тогда? А вот ты плавать умеешь? Тоже не умеешь плавать. А вон там, вон, есть ведь вот эти камни. Как-то там есть какая-то, вон, дракончик там есть. Туда как-то можно попасть. Но он тоже не умеет... Тоже не умеет плавать. Вот в чем прикол. Тут как-то что-то тут... Что-то я тут напутал. Что-то я тут пропустил. Что-то я упустил. Что-то я пропустил. Что-то я упустил. Но пока что непонятно что. Так, этого я развалил. Тут это движение происходит. Тихо. А, сверху роботы создаются, понял? Так, у меня трусов мало. Ходим пока что отсюда. А, вот, один трусы остались. Так, что-то как-то... Так, этот у нас... Вон там кнопки имеются еще. Так, роботы, не тревожьте меня, пожалуйста. Я тут пытаюсь разобраться. Как мне попасть на тот остров? Какой-то портал должен быть туда. Я не так и не понял, ребята, как туда... прилететь, на каком персонаже. Может, как-то Сэнди можно переключить? На Сэнди как-то переключиться, туда перелететь? Я так пока что и не вкурил. Так, а может, кто-то с кем-то поговорить здесь? Hello there, Patrick. Здравствуй, Патрик. Здорово, здорово. Как дела? Как дела, как дела? Как дела, как дела? Я еще не родила. Так, а тут что? Вы можете попасть на остров с причала на другой стороне морских пещер. На другой стороне морских пещер. Скорее всего, как раз я, кажется, догадался уже, что когда я в ту пещеру там в конец зайду, меня туда перенесут. С другой стороны морских пещер. О, как он рот открыл. Наверное, так оно и будет, ребята. Я так сильно уже решил заморочиться, вернуться назад. Но мне кажется, что когда я в пещеру залезу, куда я только что возле нее там был, типа конец левела, нас перенесет на другую локацию, из которой мы сможем уже потом перенестись на другую часть. Ладно, тогда бежим туда. Трусики подберем. Трусики подберем. Так, можно на спанчбом поменяться. Мне им удобнее играть, я им больше привык. Так. Поехали тогда проходить. Сюда. С другой стороны причала. Но тут мы точно никак не долетим туда. Это я уже понял. Тут прохода нет. Будем надеяться, что я не ошибся в своих догадках. И все будет хорошо, когда я там зайду в помещение. Так, этого нужно взорвать. Отойти назад. Ну, взрывайся. Отлично. Тут что? Открываем. Тут что? Поднимается вода снова? Не, уже больше не поднимается. А тут можно было взять, короче, этого, как его? Можно было взять и... Может быть, тут надо было как раз и лед заморозить. Это все дело. Может быть, здесь как раз нужно в этот момент все заморозить. Там же ж можно было взять, видите? Здесь можно было кинуть камушек в воду, заморозить, чтобы оно мне дало. Может быть, я бы как раз нашел бы путь к той локации, где там мост нужно было создать. Может быть. Может, там какой-то был бы у меня проход. Сейчас я попробую припросмотреться, чтобы оно мне дало. Если бы я здесь взял бы звездочку, поднял воду, заморозил, куда бы я прошел тогда? А, я, наверное, поднял бы воду, я бы сюда зашел. Легче бы сюда за носком попал бы, наверное. Если бы я лед кинул в воду, да? А я более сложным путем пошел, но все равно достал. Более сложный. Вот для чего было, наверное, тут замораживание, вот это все. А здесь прыгнуть просто туда, сделать арбуз, дракончик. Или сюда лед нужно бросить. Тоже пока не понял совсем это дело. Так, ладно, сейчас с этой стороны посмотрю еще, что там здесь такого. Вот здесь драконов, много драконов. Тут вода опускается, когда там поднимается, здесь опускается вода. И куда она все ведет по итогу? Вот это, допустим, тут проходишь, это все проходишь. Эту воду и куда там. Может, там что-то в конце какой-то бонус будет. Но я пока ничего отсюда сверху не вижу, этих бонусов. Видимо, это не это самое. Мы это дело проходить не будем. Хотя, может быть, если вы мне в комментариях кто-то это дело провернул, прошел, кто-то мне расскажет в комментариях. Ой, не надо, назад не надо. Чуть не свалился. Может, там что-то такое интересное можно достать. Какой-то
Что-то там появится. Какая-то лопатка или что-то в этом роде. Ладно, я захожу в это. Я так понимаю, на другую часть этого морского причала я сейчас буду переходить. Hello, привет, Гэри. Что новенького? Игра сохраняется. Он всегда мявкает. Ему всегда Спанч Боб задает вопросы, а он всегда мяу. А не один ответ у этого Гэри. Мяу. Так, в мультике тоже так было? Я просто не смотрел. Да что ты говоришь, Сквидвард купил новый свитер? Ох, он такой чудак. Мяу. А в конце этой пещеры меня ждет золотая лопатка. Вот это да. Так, это что за пещера такая? Так, во-первых, тут сундук я вижу. Ой, сундук, ящик. Во-вторых, я вижу, здесь можно будет поменять персонажа. Запомню. На каких персонажей нам тут разрешают поменяться? Чтобы мы себе знали. Ага, на звездочку. Так, только что Сэнди нет. Я люблю Сэнди. Мне почему-то... Мне не столько... Ну, в принципе, и внешностью прикольная такая, знаете, космическая... Космический бурсук. Или хомяк. Или бобер. Так, трусики нас не интересуют. Пробки смотрим по пробкам. Что? Не достаю разбить. Ладно. Трогать не буду. Ой, а бочки что-то опускаются как-то подозрительно. Или так она была опущена? Робот, пошел вон. Только что повстречал губка контроль. О, тут надо нажать кнопку какую-то. И что будет? Ой, ой, я что-то обрушил. Ой, еще камень обрушился. Я каменный разрушитель, слушай. Так, а что с этим творится? Я все нажал, все нажито у меня, все хорошо. Поехали. Сюда. О! А, я случайно свалился, упал. Чисто случайно, ничего, сейчас пройду, сейчас несложно. Так, вначале вот это активируем на всякий пожарный еще раз. Робот, ты тут зря не прыгай. Пошел купаться, робот. Так, идем дальше. Прыжочек паркурный. Оп, просто как-то камера дергается странно, и поэтому... Так, их надо сначала всех спугнуть, так понял. Они все активируются по очереди или нет? О, супер комбо получил. Хорошо. Прикольная пещера, такая вода везде. Красиво смотрится. Так, сверху, понятно, оценю. О, носочек. Так, здесь что? Можно поворачивать эти вещи все, можно поворачивать, крутить. Ой, вода как-то так странно. Она поднимается. Вот, блин. Ага, она то поднимается, то опускается. Тебе нужно успеть как-то ударить. Куда пойдем вначале? Туда точно мы не пойдем. Либо сюда можем идти. Два варианта у нас есть. Так, вначале вот это нажму. Ай! Оно сразу... А, только одна лопатка повернулась, вторая остается на месте. Так, тихо, вначале это нажал. Робот. Там тяжело, там нужно как-то сосредоточиться и бахнуть правильно. Так, снова нас не повернуто грамотным образом. Вначале этих взорвем, эти тотемы. Каменные эти, красные. Теперь внимательно смотрим. Значит, у нас нужно повернуть желательно сразу две. Но можно хотя бы одну для начала. Так, вода поднялась. Сейчас будет опускаться, верно? О, опускается. Бью. Повернул. Идемте в эту сторону. Раз повернул. Так, может сейчас и так погибну. Так что не будем заморачиваться. Сразу все поворачивать. Чекпоинт. О, здорово. Что здесь? А я тут долечу хотя бы туда? Или тут тоже как-то оно двигается все? Не, я должен допрыгнуть. Но камни! Неужели я смогу камень перепрыгнуть? Надеюсь. Сейчас проверим. О, получилось. Ой-ой-ой. Оп, получилось. Тихо, а куда камень будет падать? Так, понял. Так, идем. Сюда надо что-то активировать. Ой, оно шевелится. Ой, я что-то нажал. Ага, понял. Эти вот постаменты, они туда-сюда шевелятся. Так, что дальше у нас? Два робота. Один опасный с молотом. Один обычный. О, чекпоинт. О, сразу двоих бахнул. Так, что у нас тут? Надо все осмотреть. Лопатка. Хочу лопатку. Я хочу лопатку. Так, тут тоже вода поднимается, опускается. Прилив, отлив. Так, давай. Вниз. О, пошли. Так. Есть. Робот. Хорошо, трусы не нужны. Чекпоинт, здорово. Хорошо, что здесь много чекпоинтов, это мне очень нравится. То есть прошел тяжелый этап такой. Ну как тяжелый? Такой как бы сложноватенький этап прошел. Тебе дают чекпоинт. И ты уже потом это начинаешь. Бам. Оп, камушки поехали. Подождите-ка. Я здесь уже был. Я кругом обошел это все. Ага. Ух ты, гляньте, как тут на стене нарисован.
Зацените этот рисунок. Жесть. Кого я нашел на стене? Древняя наша звездочка, наш дружбан. Так, значит, мы должны прыгнуть вначале на эту штуку. Дождаться, пока вода. Теперь мы пойдем вот туда. В центр. В центр. Мы сейчас не погибнем? Здесь нет. О, все, нормально. Так, тут я уже был, тут я посмотрел. Единственное, что я как-то должен был по этим камушкам наверх запрыгнуть. Там можно было заработать носочек. Пока не понял, как туда попасть. Сейчас будем разбираться потихоньку. Так, что у нас тут? Робот один простой такой, с молотом. Ой, вызывает бурю, бурю вызывает, бурю вызывает. Получай. Да вызывал со своей бури. Что здесь такое? Где это мы тут? Тут ничего нету полезного больше, надо идти дальше. Тут надо что-то активировать. Кнопку нажал. Посыпалось добро. О! Опа, может быть это нас... Носок! Как его получить там? Сверху свалившись, можно получить носок как-то. Я уже два носка заметил. Но я не знаю, как его, до него пока дать. Эх, доползти. Так, что здесь? Контрольная точка. Вот что здесь. Мы тут уже были с вами, кстати. Просто я теперь уже здесь оказался, но я... О, здесь тоже вон еще один. Гляньте, как губка Боб. Древний губка Боб. Заметили справа на стене? Древние люди нарисованы. Так, вот здесь мы получаем наконец-то заветную лопатку. Ну, два носка, как минимум, я заметил. 18-я лопатка у меня найдена в пещере. Так, что тут у нас? Мне предлагают отсюда выходить. И плюс мне дали... то есть можно покидать эту пещеру. То есть я лопатку заработал и могу уходить. Но там ведь... Ну-ка, если я на начало перемещусь, правильно? Попробуем сейчас поменять на звездочку. Вот. И попробуем сейчас... Попробуем сейчас... Ух ты, ты тут что делаешь? Hey, привет, Гэри. Здорово. Попробуем сейчас. Но этого уничтожать, это нам не надо уничтожать. Попробуем сейчас с тобой пройти. Попробуем сейчас с тобой там что-то... Нужно было какие-то арбузы подобрать, что-то где-то стрельнуть. Может быть, удастся? Я уже все активировал, все нажал. Кнопки мне нам нажимать больше не нужно. Теперь наша задача попасть туда наверх, как-то найти способ. Там арбуз вон есть. То есть все, наверное, неспроста. Так, как мы туда будем попадать? Вопрос, конечно, интересный. Наверное, это через эту часть. Камни сыпятся. Наверное, будет способ как-то попасть на кирпич, потом наверх. А где точка, где тот момент, где я мог там спрыгнуть вниз к носку? Я не понял. Я не сориентировался, к сожалению. Пока не знаю, будем думать. Так, вначале с этим моментом разобраться. О, зацепился. Есть. Аккуратненько. Есть, на краешек самый упал. Есть, на самый краешек. Есть. Ребята, почти. Есть, на самый краешек, гляньте, на самый. И трусики меня ждут. Давай. Ого, не думаю, что трусили, а губки Боб подойдут по размеру. Ну ты немного более упитанный, я тебе так скажу по секрету. Так, это все взрываем? Взрываем. Бам-бам-бам, тут будет комбо. Супер монстр комбо. Так, а где же, как мне к тем другим трусам... этим... Это можно подобрать. Кого кидать? Держите. Ау! Бабахнул. На тебе, пузо. Сейчас мы кинем куда-нибудь это еще. Давай туда. Запускай. Взорвало. Как мы должны этого уничтожить? Вот так, пузо. Носок забираем. 18 носков. А зачем здесь мне эта штукенция? Куда мне должен ее кинуть еще? Я не вижу других вариантов. Куда здесь можно еще ее запустить? Медуза на стене нарисована. Древние рисунки. То, по-моему, это все. Это было сделано для того, чтобы я просто... Просто раскидал этими арбузами. И в итоге, чтобы я легче с ними всеми справился. Наша теперь задача следующая. Нам нужно разобраться, где именно находилось местечко. Где надо было просто вниз упасть и заработать носочек еще один. Я пока что этого момента не сообразил. Этот момент я пока не понял. Где мне нужно было свалиться, чтобы носок заработать? Ребят, будем сейчас искать. Я не соображаю пока что. Вот он момент, где... Вот там носок. Как туда долететь к носку? Вопрос, конечно, очень интересный. Есть такой островок. Прохода никакого нет. Воды очень много.
Как туда долететь? К носку. По этим... Мне тут нереально туда долететь. Может быть, когда-то можно будет с Энди переключаться. Или... Или же как-то здесь, туда запрыгнуть, на эту вещь. На этот как-то все-таки... Ну, сейчас вода, допустим, поднимается, опускается. Вот сейчас она опускается, да? Можно найти камни? О! Опа! Вот, здесь можно стоять. Опа, я, кажется, немного придвинулся к нашей цели. Так, вода поднялась. Вода опускается, правильно? Вода... Нет, чуть не вижу, чтобы она опускалась пока что. Вода поднялась. Вода поднята. Носочек вон там. А когда вода будет опускаться в нашей жизни? Или все уже? О, кажется, вода опустилась. Ай! Ай, носок! Как тебя заполучить там, а? Как тебя достать? Где я появился? А, здесь я уже бывал ранее. Так, тут вот эти опять камушки, булыжники. Может, не, в носок бросать, по идее, не нужно ничем. Не, в носок бросать ничем не нужно. Может, каким-то арбузом запустить. Так, вот, а может, с этого нужно прыгнуть? С этого вот туда прыгнуть, к носочку. Не, вряд ли, отсюда тоже прыжок будет не сильно успешен. И эта штукенция не двигается, причем. Она, наоборот, как-то странно от себя ведет, смотри. А может, как-то можно ее наклонить сильно? Да не, она не двигается, она туда не плывет. Это очень маловероятно туда так долететь. Пробуем еще раз, если не получится, то тогда не получается. Не получается, значит не получается, все. Так, с этим... Оу! Ну что, я тогда на этот носок забиваю болт. Не буду с этим, с носком возиться. Пошел дальше, короче, игра. Так, вот здесь, в этом моменте мы остановились, да? О, вот оно что! Все, до меня дошло. А вот и как это и пройти. Поняли? Лед здесь есть. Ты можешь взять лед, заморозить все и забрать носочек себе пойти. Кидаешь, короче, ее туда. У тебя есть 15 секунд. Все, я разгадал это все, загадку. 10, 9, 8. Вот и мой носочек. Ура! Я догадался. Я просто немножко стал внимательней. И все у меня получилось. Все, опять все стало водяной. Вот и мой заветный носок. Все заработал, все получил. Я уже, честно говоря, я уже руки опустил, думал уже на это дело все плюнуть, но повезло. Куда меня запустят теперь? О, подождите-ка. Не понял, что за локация? Подожди, робот, пошел вон. Коробка, есть. Так, это можно... О, бас стейшн. Сначала возьмем, наверное, перевыберу губку. Или Сэнди дадут. Кого? Не, губку, хорошо. Раз сохранена. Ух ты, Крабсти Крабс, как там его? Мистер Крабс, губка Боб, помоги мне найти Патрика. У меня для него задание. Патрика? Ну, поехали искать Патрика. Контрольная точка. Бам. Подожди, Патрика? Так, подождите-ка, я же могу на Патрика переключиться, на звездочку, правильно ведь? Помоги мне, Патрик, контрольное задание. Вот Патрик тебе. Ну-ка, так. Прости, Юнга, но парк развлечений закрыт. Наглый робот отнял у меня билетный киоск, и что еще хуже, мои денежки. Тикет. Бус. Если поможешь мне разобраться с мерзким роботом, я тебя щедро вознагражу. Так, ну пойдем. О, тут какие-то еще есть какие-то буйки. Так, чекпоинт, роботы. То есть мы тут должны... То есть это была такая подсказка от разработчиков, что здесь я должен играть за Патрика в этой локации. Я так... Ой, роботы. Какие-то они... Ух ты, Star Master достижение. Видимо, я Патриком пузо много раз их уже тут перебил. Мне дали мастера. Так, трусики возьмем. Один раз меня коснули. Арбуз берем. Запускаем его туда. Бамс. Разбил его лавочку. А где, куда сам робот делся? Ой, что-то все по швам пошло. Что-то я все разрушил. И что? Колесо обозрений. Из этих дракончиков. И оно тоже сломалось. Упс. Я этого не ожидал, что так произойдет. Так, музыка играет. Колесо внизу. Так, куда можно еще запустить эту штукенцию? У меня дождик за окном пошел. Прикольно. Так, свежо будет сейчас. Так, куда нам сюда?
Колесо обозрения. Ну, видимо, сейчас будем как-то его использовать. То есть мы как-то будем... О, это что такое? Это листочки или похожие на чаяка? Что это? Они в виде листочков. Так, это что такое? Это разбиваем. Супер комбо. Так, мега. Пока что я понимаю, что мне надо, скорее всего... Тут что такое? Тут все нужно осмотреть. Я понимаю, что мне, скорее всего, нужно как-то вниз спуститься. Так, ну-ка на карусель. Патрик, поехали, посмотрим, что там внизу. Меня тут сейчас не утопят. Вот нормальная вот площадочка. Блин, я тут могу полно собирать себе этих блестяшек на шару. А зачем мне тут кататься? Чисто за блестяшками я пришел сюда собирать их. Не, ну я как бы могу. У меня это, в принципе, и так 18 тысяч. Я как бы и без блестяшек себя нормально чувствую, но... Ладно, покатаемся на карусели. Патрик, да ты какой-то прям карусельный фанат, смотрю на тебя. Так, двигаемся дальше. Смотрим, что там. А, так мы должны были с киоском разобраться. Я же должен был... Давайте на этом моменте мы с вами остановимся. По-моему, я выручил нашего краба. Я ему помог с этим, который мне забрал киоск, который по продаже билетиков. Бам, о, пузом сразу двоих. Так, а ну-ка, что нам скажет? Что ж, не совсем это я себе представлял. Надеюсь, страховка покроет ущерб. Но не то, что я карусель ему обвалил вниз. Ну так даже прикольней, ближе к воде. Почему бы тебе не попробовать что-нибудь подешевле, то есть безопаснее? Мне нужно, чтобы на аттракционе с электролодочками не осталось роботов. Ага, теперь будем еще с этими сражаться. Но это я уже буду в следующий раз делать. Будем очищать парк аттракционов. Как уничтожишь всех, возвращайся ко мне. Еще одно задание. Когда он мне какое-то вознаграждение даст, а? Давайте возьмем тут трусики эти. И тут на этом моменте мы с вами остановимся. Будем надеяться, что когда я все задания выполню, то он меня щедро вознаградит. Вон туда мы пойдем потом бомбить этот вот, эту как его, лодочную... Лодочный аттракцион. На этом, пожалуй, все. С вами был Ниломоп. Ставьте лайк, подписывайтесь. В описании есть плейлист на эту игру, где прошлая серия. Все. Боже, как он рот открывается. Все, ребята. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.